или ночь, или, может быть, утро. Мы же с вами работаем с бездомными людьми, а для бездомного человека время не существует. У него есть только отрезки, периоды его жизни. Переночевать, поесть, прийти на перевязку. Мы вписываемся в их ритм, выходя на улицы, работая с ними на улице, замерзая ровно так же, как и они. Но мы уходим с улицы, понимая, что нам есть куда спрятаться. Есть где отогреть руки, замерзшие в перчатках. А они потом идут в никуда. Все время болит душа за людей, которые остаются на улице. И мне, например, очень радостно видеть среди вас знакомые мне лица, представители организаций, которые вкладывают очень много усилий в том, чтобы помочь людям, невзирая на то, как он пахнет, как он выглядит, невидимка он или наоборот такая видимка, что прямо всем страшно становится. Получается, что мы работаем с людьми, и все остальное это уже не важно.